Всем привет, Кип. И кайф, блин. Представляете, короче, мы купили холсты. Ну, я купила холсты. Нам с Викой, мы, короче, хотим сделать парную, типа, картинку. Так, пальчиками. Сердечко сделать. Вот. И повесить на стенку, чтобы висело. Короче, я думаю, будет красиво. Поэтому будем делать. Ой, делай, долбанула. Это Витя. Еще я. Окей. И все. Вот так. Смотри. Миленько. Я на лица. Я еду по Москве. Прыгаю в бумер. Давай, сюда вот здесь. Давай. Еду по Киеву. Мы катались на всяких фигнях. И сейчас время ехать домой. Мы пропустили тралик. И сейчас не знаю, что делать. Еще дождь начался. Короче, фигня какая-то. Это бесплатно. Да, я потом вставлю видос, там, где мы про это рассказываем. Правда, тут там формат такой, но все же. Вот так вот. Короче, мы просто ходим. Смотрим на автоматы. И вот эти штучки сами по себе, они типа появляются. Они не появляются, мы просто смотрим, они там есть. Да, ну типа, они там есть. Они там, короче, мы забираем и уходим. Не знаю, чей это. Кто-то их оставил на автоматах, и мы просто берем их и уходим. Мы уже дома, короче. Открываем холст. Открыла. О. Эй, ты мою забыла. Нет, это моя. У меня тут разорвано было. Так. Ох, это кривой. Это ты кривая! Это ты кривая! Кривая, что мусорку давай. Это проход, говоришь. Такой вот. Короче, я взяла три краски. Желтый, синим вот так вот и красный. Желтый и синим вот так вот. Да. Черная и желтая. Нет, черная и синяя. А кисточку ты взяла, чем мы будем макать? Пальцем. Пальцем. У меня нет кисточки. Реально? У меня нет кисточки. Что реально. Ты мне сказала? Я взяла. Не сказала. А чем ты мазилкаешь все? Ничем. А реально чем? Ничем. Ну ты прикалываешься? Так. Мазюкаем пал. Ты неправильно, посмотри, она не мазюкается, она как кисточка. Она по тебе получится. Давай возьмем эту кисточку, ее просто помоем. Нет, ты что, сдурел? Чего? Того. Ну она не получится, она все размажется. Что не получится? Что ты размажешься? Дай бумажку А4. Где? Вот там вот. Угадум. Деньги. О, а ты что, влог снимаешь? Мы начали 8, когда мы ехали в Овен. Обалдеть. Я только собаки ходят, вот так вот камеру трясут. Видишь, она не, вот. Не получится. Мне не нравится, она не получится. Какая ты все-таки странная. Да блин, ну у меня краски галимые какие-то. Я тебе говорю, краски галимые. Я пальцы буду мазюкать. Смотри, вот так вот делаешь, вот так вот. В общем, ребята, поняла? Поняла? А ты вот так отмыкаешь. Убери свой холст. Положила. Если мы запачкаем стол, меня мама убьет. Ничего страшного.
Ну, если ничего страшного. А что я лбы мажу? Я не знаю. Первый твой. Первый делаем. Я уже сделала. Ты нормально, да! Ну почему мой? Зачем ты это сделала? Ну почему мой? Зачем ты это сделала? Ну потому что. Ну, она берет, я делаю, она берет мою руку вот так вот отодвигает и посмотри. Вот ты зачем? Тогда делай большим пальцем вот так вот. Потому что какая-то все-таки, ну, потому что трушенная. Ну зачем? Потому что я хотела, чтобы голубым был у меня пальцем. На моем. Так а если я уже приложила, зачем? Ты не голубым? Приложила еще. Ты совсем на голову вставила. Вот теперь возьми его. И что теперь с этого получится? Я даже большой палец не приложу. Понимаешь? Вот так вот? Красиво, да? Сойдет. Ну потому что. Возьми сердечко сделай. Два пальца, и будет сердечко. Ну так а мы как делаем? Ну так у тебя там сердечко получится. Теперь вторым большим пальцем еще сердечко. Другим цветом попробуй. Не пофиг, это ее холст, она свой испортила. Ну потому что я ей говорила, не мой первый. Я не хотела, чтобы мой испортился. Сама его испортила. Я не испортила, ты не испортила. Волосная чья-то. Чья волосная? Не знаю. Он некрасиво будет. Ну, аккуратно, ты на елки пала. Прекрасно. И шо это? Ну нормально, чё ты возмущаешься? Пошли руки мыть. Вернулись. Ногти топ. Окей. Красным. Хорошо? Помадой, да? А чё помадой? А чем? Тогда помадой она будет держаться? Наверное. Проверим. Нет, Кира, давай не у меня на холсте проверяй. Ну, помадой нормально будет. Ну, делай. Если что, я один делаю. Нет, убери отсюда это. Почему? Убери. А как ты будешь красить? Ты взяла ту помаду, которая не смывается. Она и та, и та не смывается. Да. Получается, у тебя две одинаковые помады. А это матовая. Топлянцевая. Надо помадовать сразу. Что тут так это? Нормально? Нормально. Дальше делать. Ты что, много? Да. Ты три позвоночника хватит? Мне не хватит. Чего оно такое странное? Угу. Мое. Так, красный есть. Теперь берем такой цвет. Такой вот. Фиолетовый. Пойдет? Не. Почему не красный? Все красным? Да. Тогда у тебя тоже будет красно-фиолетовый. Да окей. Для разнообразия. Не получится гомняный цвет. Сейчас с красным смешаешь на губах. Нормальный цвет, классный. Вот тут добавь, тут пусто. И тут пусто, и тут пусто. Ну я так делаю. Везде пусто. Девчонки, я вам кушать уже приготовила. Ой, прикольно. Это... матовая помада, она быстро застывает. Я не успеваю. Так, фиолетовый есть. Дальше теперь берем дальше цвет. Ну, надо же разные цвета, блин. Теперь такой бордовый. Так они одинаковые. Ну, они не одинаковые, это фиолетовый, это бордовый.
делаешь? По губам. Нормально у тебя по губам. Ты дотронулась своим подбородком желтому. Я знаю. Тут пусто. Я вижу. Тут. Тут. Отвали. Опять дотронулась носом. И шо? Шо мне сделать? Ты уверена, что эти все помады смоются у нас? Да. Теперь у тебя почерк хороший, вот тут подписываешь Вика Икером. Поняла? Нафига подписываешь? Потому что я так хочу. Вот я красиво поцелуйчики сделала. Я красиво сделала. Она говно сейчас мне какое-то сделает. Что подписывать? Вика Икера. Где? Давай вот тут вот аккуратненько. Ну, пиши, я тут. Может, просто Кира. Напиши Кира. Шикарно. Мне подобается. Сики и блески. У меня красиво получилось. Она мне реально на эти поцелуйчики, блин, делает. Странные. Некрасиво. У меня красиво. Мои губы тоже красивые. И нос, и подбородок, и все. У меня просто все шикарно. Так, сюда положи, пусть сохнет. Теперь сделаем мой. Теперь. А, я все равно синий, да? Только, пожалуйста, не надо. Какой палец? Меня. Указательный. Че указательный? Потому что я так хочу. Я так хочу, мне так хочется. Только не испоганить, пожалуйста, нормально. Ты не испоганил. Понимаю. Что странное? Это ты делай. Аккуратно, пожалуйста, под это, чтобы сердечко было. Да, вот так вот. Всё. Не нафиг, так красивее. Не надо, ну не надо. Да пофиг. Нет, не всё пофиг. Равно посмывай. Оно смывается. Не пофиг. Оно смывается. Ты мне кожу испоганишь. Не трогай. Это краска обычная. Ну так, краска, уйди. Ты краска от меня. Пошли руки мыть. Руки мыть, иди. Уйди от моего лица. Что ты делаешь? Странно, ты что? Уйди. Сейчас чистый. Берись. Подожди. Все, теперь делай мне вот этими вот цветами поцелуйчики, а напишу я сама. Только, Вика, смотри. Ну, Вика, ну нормально, послушай. Поняла, чтобы вокруг этого ничего не было. Не было поцелуйчиков, то есть вот, вот такого вот расстояния, хорошо. Чтобы не, ничего не было. Хорошо. Поняла? Хорошо. Вот такой вот, хорошо. Такой вот круг, тут ничего хорошо. Не должно быть. Они должны быть вот хорошо. Тут вот. А как? Вот так вот? Да, только видишь, я тут зашла. Ах ты ж. А оно должно быть вот так вот, видишь? Хорошо, круг там должен. Вот как вот тут вот. Ну, круг должен остаться. Да. Все. Пошла кушать. Да я ничего не вижу. Нормально? Нормально, ничего не вижу. И зубы. Как у меня есть зубы. Накрасила? Я очень ровно накрасила. Да, молодец. У меня есть зубы, блин, в этом всем. Ну что, она не хотелось, она вот тут не накрасна. Так накрась, блин, ну елки-палки. И повтори. Я же говорила, что говня на мне делаешь. Она испоганится. Видишь, как я накрасила? Может, мне сейчас вот так вот все накрасить? Вот так вот? Боже мой, просто нижнюю красишь, вот так вот. Просто берешь вот так вот. Вот так вот. Всё, вот так вот. Муа-муа, и целуй. Это так и оставь уже. Пусть так и будет. Боже, какая ты так все-таки. Она не получается, по-другому. Какая ты все-таки. Я тебя ненавижу. Можно я сама тебе поцелуйчики сделаю, пожалуйста? Просто покажи как-то. А я говорила, что она мне все испоганит. Посмотрите. Да я ничего не испоганила. Ну что это такое? У тебя так же самое. Да что? Так? Да! Сука, нам поцелуй. Ты поцелуйчики не умеешь делать. Восемь поцелуйчиков.
Ну, на вот этот наведи. Ну, он вообще никакой. Так? Да. Вот Кира попросила меня сделать по-другому тем. Потому что ты не так делаешь. Смотри, я теперь возьму вот этот вот, например, и тем мне прямо возле этого. Типа вот так вот, вот так вот. Чтобы они вместе да. соединялись. Зачем? Вот так вот. Куда? Ой, я же показала. Вот сюда вот. Вот так вот. Сюда, Тёма. Так? Да, смотри, все, норм. Все. Тут пусто. Вот тут вот темно. Потом возьми другой цвет. Вообще другой цвет. Ты умеешь помаду закрывать? Ты не умеешь помаду. Я их не закрывала, потому что я все брала. Ищем какой-то еще цвет. Они прилипают. Логично. Невкусная помада. Логично. Ищем какой-то другой цвет. Если у меня какой-то другой цвет. Попробуй. Матовый? Матовый, да. Не-не-не. Да что не-не-не? Нет, у тебя так вот осталось. Так я сейчас смою. Ага, ну уже все засохло. Ну куда еще матовый? Давай это не матовый. Ну давай матовый. Она меня заставляет матовой помадой. Темнее, давай. Ты что потом помоешь? Вот так вот, темнее. Чтоб она осталась у меня на все. Да ты потом смоешь, все. Вода же есть. Нет. Посмотри, Кира, он все уже смыла. Ну, все, она засохла. Ты главное не делай вот так. Как? Вот так, как ты делаешь. Че? Потому что она быстро высыхает. Да, она куда? Уже высыхает. Вот сюда вот. Говорю ей, вот так вот, она вот так вот. Вот так вот надо было темнуть, чтобы красивенько она была посреди этих. Ты мне сказала сюда. Я сказала, вот сюда, вот что ты делаешь? Все, 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 идите кушать. Все, нормально. Что ты так пихаешь, блин? Ребяточки, а я говорила, что у меня будет красивее темчики. А я говорила. А мне общие ваши темчики нравятся. А, вот, а если бы ты не испоганила, это было бы красиво. А у тебя темчики красивее, а у Вики сердечко красивее. Оно отклеится, наверное, да? Блин, мне бы еще одну сюда. Типа, чтобы две было. Было бы прикольно. Может, себе оставить, да? И вот это вот сейчас сюда надо приклеить. Вот так вот. Такая у меня стеночка. Милашка. Не, это сюда неровно будет. Неровно. Вот так вот. И вот сюда вот потом спасибо. Стой, вся красная. Ну и что? Я приклею, потом покажу. Я бы сюда приклеила, но видишь, оно будет очень сильно выпирать. Угу. Я думаю, вот сюда вот наклеить, и потом сюда что-то. Угу. Распечатать можно что-то. Да. Опа. Готово. Как вам? Страшная морда. Ладно, ребяточки, всем спокойной ночи. Я сейчас пью чай и ложусь спать. Поэтому всех люблю, всех целую, всем пока-пока.